проиграли игру за 5 минут первого тайма. То есть, если до первого гола, скажем так, у нас были моменты какие-то, мы не реализовали их, то сразу 3 гола получать за 5 минут, команда, конечно, надломила это. Вернуться в игру во втором тайме как бы не смогли. А что случилось за эти 5 минут, как вы видите? Ну, одна ошибка, вторая, опять-таки ошибки на ровном месте. Совсем невынужденные ошибки привели к двум первым голам, и потом вдогонку третьей. В конце первого тайма наша команда забила, и важно было настроить ребят на вторую половину. Что сказали в перерыве? Что продолжать играть, ничего страшного нету. То есть вы умеете играть, но опять-таки в начале второго тайма получаем гол, и все. Сегодня всего 5 игроков на скамейке. Замены, насколько они позволили во втором тайме освежить игру, и как довольны ли? Ну, замены были уже произведены в тот момент, когда уже, в принципе, мы бросили играть. Это, может, и моя вина, что не сумел достучаться. Поэтому замены, они как бы уже только для того, чтобы люди поиграли, получили какую-то игровую практику. А так усиления никакого, в принципе, мы не получили. Плохо сыграли, опять пропустили мешок. Наверное, нужна одна победа для того, чтобы начать показывать результат. 3 гола за 5 минут. Что с командой произошло? Не знаю. Ну, крупный счет, крупное поражение. Насколько, на твой взгляд, соответствует тому, что происходило на поле? Все заслужено. Динамовцы сегодня были настолько сильны, или наша команда сыграла, может быть, ниже своих возможностей? Ну, проблемы и защита, и впереди моментов не создавали. Вот и получили 6, и один забили только.